Теперь, ребята, недавно я посмотрел статистику своего канала и узнал, что мои самые популярные видосы это про гидру, про подшипники и там, где я что-то снапаю. Так что сегодня в этом видео я буду снапать подшипники на гидре. Но подшипники не простые, а крутые, белые и керамические. Смотрите, какие они крутые. Прикол этих подшипников в том, что в них нет пыльников и смазки. Но тем не менее, они очень хорошо крутятся. Керамика тверже, чем сталь. Но она очень хрупкая. Так что, может быть, я их сегодня снапну. Но оставить эти подшипники я буду вот в такие вот колеса Urban Art. Это мои самые первые колеса. Очень хорошие колеса. Правда, вот здесь вот есть небольшая трещина в гелике. Но, в принципе, гелик не слезает. У меня на канале есть уже видео, там, где я меняю подшипники. Кстати, оно будет вот здесь вот. Очень интересное видео. Так что подробно показывать я не буду, как я их снимаю. Снимаю пыльник, кстати, пыльник вот, и сгоняю шарики на одну сторону. Сейчас. И потом вылавливаю серединку шестигранником. Ой, наоборот, не в ту сторону. А вот шарики. А сейчас я покажу очень легкий лайфхак, как вытащить подшипник при помощи СКС. Он очень легкий и очень полезный. Берем шайбу, засовываем в СКС аккуратно, вот. Теперь вставляем болт, вот так вот обязательно, чтобы вот подшипник был наверху, да, и вот так вот вставляете болт, чтобы вот здесь так вот было. Держите теперь этот болт, засовываете аккуратно, аккуратно. Вот так вот СКС. Да, ой, забыл. Ой-ой-ой. У нас поломка тут. Сейчас, вот, все. Так, берем. Все, хорошо. И обязательно держим этот болт, чтобы шайба не провалилась. Ой, точнее, болт не провалился. И вся конструкция рухнет. Теперь берем гайку, чуть-чуть ее надеваем, совсем чуть-чуть. Теперь берем ключ и закручиваем гайку. Вот, зафиксировали гайку. Теперь ой-ой-ой, забыл, надо ключ оставляю на месте. Держим теперь ключом. Аккуратно теперь берем шестигранник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! А где же подшипник? А мы его достали! Это очень просто. Правда, нужно достаточно много предметов для этого лайфхака. Но зато этот подшипник вытащить намного легче, чем ковырять его там. Теперь все это раскручиваем. Как вставлять подшипники с помощью болта и гайки, я уже рассказывал. Так что сейчас поставим колесо в вилку Рейси. И поедем в Spot of Talent.
Ну вот мы и в Сватовтарине. Кстати, забыл сказать, то что в комплекте этих подшипников есть очень крутой бонус. Это очень крутой стритерский дроп-тест. Такой громкий, ну так и надо. Но я поехал уже снапать подшипники. Начнем тестирование скилла. Попробуй сделать брайв-дро. Слышали, как загремело? А шандали ты слышал? Ну ладно, сейчас попробую сделать второй раз. Так, третья попыточка. Мне кажется, я тестирую не только подшипники на прочность, но и вилку Рейси тоже. И сейчас пора покончить с этим трюком. Блин, колеса очень скользкие. Сейчас сделаю еще одну попытку, отдохну и опять доберу. Ладно, по этому трюку отмена. Сейчас поделаю киклисы в бочке. Дэмин сделал мега-трансфер. Я хочу тоже попробовать. Ну, это же попробуем. Да, я долечу. Мне там чуть-чуть не хватило. Давай, попробую. Сейчас долечу. Дэмин хочет попробовать прилететь этот огромный трансфер юпом. Кто быстрее? Я перелечу трансфер или ты юпом? Давай. Мой трай. Так. Все, сейчас ставлю. Сейчас долечу. Очень хочу перелететь этот трансфер. Давай, давай, давай. О, почти.
Подписывайтесь на мой инстадеймон JB. После того, как Дэмиан поставил VIP в этот огромный трансфер, у меня появилась мотивация сделать этот трюк. Так что сейчас возьму побольше скорости и точно поставлю. Сейчас отдохну, попробую еще раз сделать брай. И потом доберу этот трюк. Да! Возвращаюсь к трансферу. Все-таки хочу добрать этот трюк. В общем, попробую последний трай, если не получится, пойду в степ-ап до конца окончательно добивать подшипники. Сейчас я отдыхаю, вот, ходил на резинку и делал, когда баттеркап со всей силы прилетел, в общем, тропами себе по ноге, очень сильно сейчас болит нога, так что сейчас отдыхаю. Вот, жалко, конечно, что я не смог добрать трансфер, но с подшипниками пока все хорошо, даже несмотря на то, что я очень жестко приземлялся. Сейчас попробую сделать пару трючков степ-ап. Вот такая вот фигура. Кажется, то, что через нее практически невозможно прилететь, но на самом деле легко. Просто съезжаешь эту рампу и делаешь ее дальше к себе. Сейчас покажу вам стильный трюк, называется ноуфут. Забыл сказать, в комплекте, помимо стритерского звука, еще с каждым трюком, он еще и сильнее и сильнее. Вроде бы поставила, вроде бы летела.
смеяться. Блин, если бы нога не зацепилась, я бы поставила. Почти поставил, я сейчас доберу. Подписывайтесь на Сафрона Скутер, вот здесь будет где-то его инстаграм, очень крутой челик, он такие бешеные трюки делает. Ему всего лишь 8 лет. В общем, я хотел снять подшипники, но чуть не снапнул себя. В общем, подшипники я не снапнул. Правда, стал теперь очень сильно греметь самокат. Но все же, подшипники я не снапнул. Они реально оказались очень тяжелые. Ну вот, сейчас я буду кататься на них постоянно и думаю, то, что я их смогу снапнуть. Как вы думаете, за сколько я их снапну? Я думаю, где-то за... Ну, примерно за недельку. А вы как думаете? Ну вот, в общем, всем удачи, прогресса. Я уже очень сильно устал. Ребята поделали тоже очень много трюков. Дэмиан сделал андескиклю с каким-то раком. Я вообще не понимаю. В общем, всем удачи, прогресса. Всем пока-пока!